Ян выиграли, твой мяч оказался победным. Игра была тяжелая. После вчерашнего поражения нужно было реабилитироваться и набирать 3 очка. Вот, вышли, поэтому бились от самого начала до самого конца и заработали все 3 очка. Теперь поедем домой, будем готовиться к чемпионату России. Задача была взять 3 очка и реализовать все свои моменты, которые мы обязательно создали бы в этой игре. Вот. Поэтому считаю, что задача минимум выполнена. Вот. Мы не должны были допускать осечку в этой игре, потому что мы вчера потеряли 3 очка, которые могут повлиять на наше, так скажем, чемпионство в этом году. Вот, будем ждать результата соперника и продолжать выигрывать. Сегодня заявки со стороны тренера. Я думаю, что это тренерские решения, о которых игроки не знают.